котел народного недовольства там кипел все эти годы последние. Недовольство, он рос, потому что уровень жизни людей падал. Никакие социальные, политические, экономические проблемы не решались. Проблемы копились и в политической сфере. Оппозиция была задавлена, их просто подавляли, их унижали. Конечно, они не могли с этим мириться. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.